Всем привет! С вами Пражский образовательный центр. Мы продолжаем серию видео, в которых показываем самые интересные и необычные места в Праге, где можно покушать. Сегодня мы находимся в Манифесте. Это фестиваль уличной еды, который проходит в Праге целое лето и будет аж до декабря месяца. Поэтому пойдемте с нами посмотрим, что здесь можно покушать и как это все круто выглядит. Yeah, that's what my mama used to say. Those words, they keep coming back to me. Yeah, we're never gonna slow down as long as we're on the road now. And I don't care if we're sold out. We rise and fall together. We keep chasing new heights, staying up till the sunrise. And if we Ну что, у этого места есть несколько примечаний. Здесь можно платить только картой, покушать здесь можно только уличную еду. Хотя эти божественные бургеры, вкусная картошка и много разных десертов и всякого мороженого, все это можно попробовать здесь, на Манифесте. Поэтому обязательно приходите и пробуйте. Мы ждем ваши комментарии, ваши пальцы вверх. И пишите в комментариях, что же вы хотите посмотреть еще в Праге и что будет интересно для вас. С вами был Пражский образовательный центр и куратор Дмитрий.